Поздравляю всех с Новым годом и с возвращением к учебному процессу. Поздравлять с возвращением к учебному процессу – это как поздравлять лошадь с началом полевых работ. Очень смешно, Косинский. Тихо, пожалуйста. Насколько я знаю, тебе родители обеспечили место в американском университете, да? Я за тебя рада. А вот остальным придется попахать. Богдана, знакомьтесь, Богдана Смолич приехала к нам из столицы и продолжит учебу в вашем классе. Садись, Богдана. У меня свободно. Спасибо. Меня Леня зовут. Очень приятно. Очень приятно. Ну что, признавайтесь. Кто-нибудь из вас осилил список литературы на зимние каникулы? Конечно. Только честно, пожалуйста. Я все прочитала. В тебе я не сомневалась, Несмеян. Гонтарь. Да. А ты прочел хоть что-нибудь? Немного. Саш. Я просто на сборах был, Галина Львовна, вы же знаете. Тебе, Саша, как футболисту с большим будущим, прощаю, но придется догонять. Договорились? Да. Драйзера прочел в оригинале. К Америке готовлюсь. Как это похвально, Косинский. Я в шоке. Ну, а ты, Богдана, читала что-нибудь из этого списка? Да. Ну, а что? Я все эти книги прочла. Может быть, тебе что-то особенно понравилось? Поэзия, я стихи люблю. Как интересно. А сама стихи пишешь? Да. Так, может быть, ты прочтешь нам всем что-нибудь? Осенью воздух так светел, что кажется, видно судьбу. Я по тропинке, как дети, доверчиво к ней иду. Судьба моя будет легкой, как птица в ладони небес. Судьба моя будет яркой, как будто осенний лес. Привет, я Димон, а ты ничего так. Привет, я Диана. Можно просто Ди? А, еще я, как и Гонтарь, будущая звезда футбола. Ну чего вы смеетесь? Ну я очень круто в футбол играю. Да. Ну скажи, Ди. Так, ребят, у кого есть классные фотки с зимних каникул, присылайте мне на мыло. А я самое прикольное размещу на сайте. Кстати, новенькая, ты тоже мне можешь скинуть свои фотки. Что у тебя было интересного на каникулах? Мам, почему ты мне не сказала, что он мой не настоящий отец? А зачем? Он тебя растил, обеспечивал, любил. Любил? Я его раздражала, я теперь понимаю, почему. Богдан, веди себя прилично. 9 дней не прошло, как он умер. Я просто хочу знать, кто мой настоящий отец. Твой настоящий отец – моя ошибка. Он из твоего родного города? Мы поэтому к бабушке не ездили? Так, стоп. Я не говорила, что он из Зареченска. А откуда? Богдан, это не имеет значения. Он умер. Я же вижу, что ты врешь. Хорошо, я пойду в Зареченск, буду жить у бабушки, и там узнаю, кто мой настоящий отец. Это очень романтично, но об учебе ты не забыла? Ты в выпускном классе, между прочим. Там тоже есть школа. Мам, ты меня не удержишь. Ничего интересного. Ты должна прочитать свои стихи на сегодняшнем празднике. Каком? Товарищеский матч. Наши играют с командой Залесья. А вечером будем отмечать. И тут ты, бац, читаешь свои стихи в честь победы наших парней. Ну, только если проиграют. Ни за что. Сашка – гений футбола. А мой папа тренирует команду. Так что, придешь? Вообще, думаю. Гонтарь, уходи от их защитников. Они втроем будут тебя опекать. Десятник, ты сегодня центральный. Разрушай их атаки. Шпак, ты на скамейке? Возможно, потом заменишь десятник. Косинский, скамейка. Ты на сборах не был, форму потерял. Потом выйдешь на замену. Ребята, посмотрите на трибуны. Помните о болельщиках. Это их праздник тоже. Ну, поехали! Гу! Гу! Гу!
ним приедем в большой город, и у нас будет огромный дом. А на кухне будет стол с бирюзовой скатертью. Я такое в журнале видела, дома у Бекхэма. А представляешь, какие красивые дети у нас будут? А я стану спортивным комментатором, и мы всегда будем вместе. Что, вы уже решили пожениться? Угловой, смотри внимательно. Сухой лист называется. Сухой лист? Ну да, это когда мяч с углового попадает прямо в ворота. Мало кто так может сделать, а Сашка точно сможет. Наступившим Новым годом, началом третьей учебной четверти, и я отличной игрой. уверен, кому-то из вас футбол принесет мировое признание. Спасибо, пап. А сейчас Богдана Смолич прочтет стихи, которые она написала в честь наших победителей. Стих называется «Сухой лист». Видишь, сухой лист падает с ветки вниз? Кажется, его путь лишь до земли, чтобы уснуть. Но кто-то встает на пути и говорит: лети. Хочешь, танцуй лучом, хочешь, взлетай мечом. Преодолей закон, что завещал Ньютон. Даже сухой лист может взлететь ввысь, может достать облака, как и моя рука. В мире, где нет мер, листья летят вверх. Хочу. Да? Да. Хорошо, сейчас. Хорошие стихи. Спасибо. И Марина говорила, вы недавно у нас. Ну как, нравится наш город? Да, я у бабушки живу. Моя мама здесь выросла, может, вы ее знаете. Лена Лесницкая. Дочь Лены Лесницкой? Да, да, вы знакомы? Ну да, мы учились вместе. У нас большая компания была, а вы похожи на нее. Спасибо. Ладно, отдыхайте. Спасибо. Вести? Привет. Ты на машине? Тебе же еще нет 18. Саня, ну я же Косинский. Главный мент Зареченска, лучший друг моего батя. Садишься? Нет. Как знаешь. Богдан. Богдан! Извини. Я просто хотел сказать, что мне очень понравились твои стихи. В мире, где нет мер, листья летят вверх. Ну, круто. А ты круто играешь в футбол. А ты просто нереальный. Thank you.
Открываем тетради, записываем. Тема любви в литературе 20 века. Записали? Сейчас. Классики мировой литературы зачастую именно рассеянность считали признаком любви. Согласен, Гонтарь? Ага. Тихо, пожалуйста. Итак, любовь. Как вы считаете, может ли она противостоять испытаниям, с которыми сталкиваются любящие люди в окружающем их мире? Свобода! Девочки, а вы знаете, что такое вишневая зима? Угу, я читала. Это когда вот зимой тепло, как сейчас. Да, и погода по нескольку раз на день меняется. Угу. Лёнь, а хочешь яблочко? Катя, отстань. Богдана не видели? Угу. Я Сашу жду, ты не знаешь, где он? Это несложно, поверь. Просто мечтать, белым по белому фразы в тетрадке писать. Он ни о чем не узнает, но все же поймет. И после школы тебя домой проведет, а мысли летели. Варежку потерял. Растяпа. Да сейчас найду. Что мне теперь с тобой делать? Придется быть все время рядом, чтобы беречь тебя. Будь рядом. Подожди. Что? Как же Марина? А что Марина? Ну, вы же встречаетесь. Так, мы с Мариной хорошие друзья. Я ей никогда ничего про любовь не говорил. Да? Да. А тебе говорю. Что говоришь? Ну, что влюбился. А мысли летели. Светишься от счастья. Да, бабуль. Мама звонила. Вернется из Америки, заедет к нам. Хочет помириться. Это что? Сынок Косинских у ворот выходит из машины? Да. Это его машина? А чего это он приехал? Вот спрошу. Привет! Ты чего так поздно? 9 вечера, детское время. Привет. Да я просто хотел тебе кое-что сказать. Говори. Давай в машине, холодно. Давай. Покатаемся немножко и поговорим. Ну что? Как машина? Нравится? Красивая. О чем ты хотел поговорить?
ума сошел? Ты мне просто очень нравишься. Об этом я и хотел поговорить. Лень, прости, но ты мне нет. Выпусти, дурак. Бери руки, Лёня! Ты что-то ломаешься, мой современный Лёня. Лёня! Ты что сделала? Ты мне губу разбила. Заслужил. Подлец, вези меня домой, больше ко мне не подходи, понял? Понял. Поехали. Ты со мной из-за Гонтаря не хочешь? Зря у них с Маринкой любовь с третьего класса. Это не твое дело, поехали. Что ты за мной зашел? Марина. Смотри. Нам надо поговорить. Ты знаешь, что это? Это распечатка с сайта «Футбольный мир». Они напечатали мою статью, представляешь? И статья о тебе, между прочим. Вот так начинается слава. Ну, целуй. Марина. Целуй, я заслужила. Марина, мне нужно тебе сказать кое-что. Наконец-то. Говори. Ты очень красивая девушка. Это раз. Ты замечательный человек. Это два. И продолжаем, не останавливаемся. Марин, я люблю другую девушку. В смысле? В буквальном. Я ничего не понимаю. Мы нравились друг другу. Ты очень красивая, ты веселая, ты не можешь не нравиться. Но я влюбился по-настоящему. В кого? В Богдану. Как же я? Мы можем остаться друзьями. Это тебе решать, конечно. Но я с Богданой на всю жизнь, понимаешь? Нет. А вот тут вот Сашеньке 3 месяца. Хорошенький. Богданочка, пирог нравится? Очень. Я обожаю такую шарлотку. Тесто тонкое, яблок много. А вот это вот узнаешь? Сашин тренер, Ваня Несмеян. Он был свидетелем на нашей с Ромой свадьбе. А это моя мама. Ты дочь Лены? Что за цирк ты устроила, Лена? Зачем ты портишь нашу свадьбу? Потому что это я твоя настоящая невеста, Рома. Я это платье шила для нашей свадьбы. Откуда ты взялась? Ты все испортила, гадина! Вы дружили с моей мамой? Нет, мы мало были знакомы. Я в Зареченск приехала, когда студенткой была. А может быть, вы знаете, с кем моя мама дружила или с кем встречалась? Кто был ее парнем? Ну, извини, я таких подробностей не знаю. Как жизнь ее сложилась? Мама стала известным художником. У нее выставки все время, часто в Америке. Вот.
недавно овдовела. Сочувствую. А братья, сестры есть у тебя? Мама говорила, что у меня была сестра-близнец, но она умерла в младенчестве. Так что я одна. Так, давайте теперь я вас сфотографирую. Иди. На меня. Мы с тобой всегда будем вместе. Да, доживем до старости и умрем в один день. Нет, мы никогда не умрем. Почему? О, не знаешь. А еще поэт. Да потому что любовь сильнее смерти. Лет прошло, ничего не изменилось. Спасибо, что приехала из своей Америки. Я уж думала, что так и буду до конца жизни с тобой по телефону разговаривать. Я часы не перевела. Богдане в школу не пора еще? Рано еще. Садись, поешь. А это кто? Саша Гонтарь. Кто? Саша, сын Ромы Гонтаря. Богдана и Саша встречаются. У твоей дочери Лена первая любовь. Мамочка, я так соскучилась. Ты больше не сердишься? Не сержусь. Собираюсь, мы уезжаем. Как? Лена. Богдана, ты сейчас соберешь свои вещи, и мы немедленно уезжаем. Тебе нужно готовиться к поступлению, здесь это невозможно. Лена, у нас хорошая школа. Я никуда не поеду. И, кстати, мне пора в школу. Ты не пойдешь сегодня в школу. Собирайся, мы уезжаем первым же поездом. Нет, мам, я пойду в школу. Ты не пойдешь сегодня в школу. Собирай вещи, я тебе сказала. Лена, что ты делаешь? Спасаю свою дочь. Скоро вернусь. Рома умер 7 лет назад. Я знаю. Если бы он остался со мной, он был бы жив. Ты жестокая, Лен. Это все лирика. Я пришла тебе сказать, пусть твой сын не приближается к моей дочери. Богдан и девочка умная, они сами разберутся. Не смей о ней говорить. Ты когда-то отняла мою любовь, а теперь твой сын хочет отнять мою дочь. Но я тебе клянусь, я этого не допущу. Если нужно будет, я сменю город, страну, планету. Лишь бы Богдан никогда не увидел ни твоего сына, ни тебя. Спокойно. Я тебе расскажу правду о твоем отце, а ты поймешь, почему ты не можешь встречаться с Сашей и почему нам нужно срочно уехать.
Я все поняла, мам. Мы сейчас же уедем. Это Саша? Не отвечай. Я не могу ехать и не попрощаться. Мне нужно объясниться. Мам, пожалуйста. Чтобы не опоздать на поезд, нам нужно выехать через 35 минут. Я успею, это недалеко. Здравствуйте. Можно. Как зовут? Никита. Никита. Можно? Держи. Как твое имя? Данил. Играешь в футбол, Данил? Да. Молодец. Можно селфи? Конечно. Все. Спасибо, до свидания. Занимайтесь, ребята. Даш, я там тебе материалы сбросила. Вычитай, пожалуйста, хорошо? Мариночка, на секундочку, зайди, пожалуйста. Марин, приветствую. Присаживайся, пожалуйста. Здравствуйте, Федор Николаевич. Ну что ж, дорогая наша Марина Несмеян. Могу тебя в очередной раз поздравить. Пришли рейтинги за прошлую недельку. И? Твое интервью с главой Федерации футбола стало самой обсуждаемой публикацией. Отлично. Мариночка, скажи, пожалуйста, а когда твой Гонтарь даст нам обещанное эксклюзивное интервью? Федор Николаевич, ну вы прямо с места в карьер. Саша на днях едет в промотур с новой формой клуба, а как вернется, я организую. Ну и чудненько. А когда у вас с ним свадьба? Дата уже назначена? Пока еще нет, но думаю, скоро. Скоро. Ну и замечательно. Надеюсь, эксклюзивные права на репортаж с вашей свадьбы будут принадлежать твоему родному изданию? Естественно. Замечательно. Просто прекрасно. Ты, Мариночка, наш неиссякаемый источник... Тиражей? Читательского интереса. Ну и тиражей тоже. Спасибо. Магазин футбольного клуба «Меркурий».
У нас закрыто. Открываемся только через 10 дней. А если наглянул школьный друг? Это не просто друг. Это звезда мирового футбола Александр Гонтарь! Саня, Лёня. Сейчас, смотри. Разметут, как горячие пирожки. Слушай, так изменился. Весь такой бизнесмен из себя. А ты не меняешься, да? На родину, значит, потянул. А да как-то так, вот видишь. Насиделся в той Америке. Вот дело предложили. Согласился. Решил попробовать. Ты как, слышал про твою травму? Да. Ну, завтра уже начинаю реабилитацию. Врач новый приехал. Тоже из Америки, кстати. Да, я знаю. Мы с этим врачом вместе прилетели. Скоро поженимся. Да расслабься ты. Врача зовут Кристина. Это моя невеста. Она по-нашему хоть говорит? И говорит, и ругается. Не могу дождаться, когда мы обменяемся этими кольцами на нашей свадьбе. Завтра познакомишься с новым врачом, составите план реабилитации и вперед. Да, соскучился я по мячу. Надо уже тренироваться. Все будет хорошо, любимый. Мы вместе со всем справимся. Да-да. Добрый день. Я Александр Гонтарь. Здравствуйте, меня зовут Кристина, я ваш врач. Я внимательно изучила ваши снимки, результаты анализов и заключения лечащего врача. Мы можем приступать к реабилитации. Единственное, что меня волнует, это сроки, потому что мне нужно понаблюдать за тем, как будет вести себя травма при нагрузке. Важно понимать, что крестообразные мышцы... Александр. Я должен уйти сейчас. Я должна объяснить, как работает моя методика. Вспомнил об одном важном деле. О, привет! Слушай, прикинь, колодки опять визжат. Печку никак не починю. В машине такой дубарь. А ты что, от нового врача, да? Да, от нее. Ну что, шикарная женщина и врач неплохой. Да? Да. Напоминаю, я спортивный физиотерапевт и массажист, в этом разбираюсь. Угу. Ладно, давай тогда. Давай. Кстати, ты не забыл? Завтра у нас первое занятие. Да помню, я помню. Ладно, давай, до встречи. Леня, сейчас приеду к тебе. Ну, заходи. Почему ты не сказал? О чем? О том, что мой врач и твоя невеста — это Богдана. Это Кристина. Да, она действительно очень похожа на Богдану, но Кристина — совершенно другой человек. Воды хочешь? Откуда она? Как ты с ней познакомился? Саш, да успокойся ты. Сядь. Что значит, как познакомился? Это судьба, Саш. Судьба свела нас в Нью-Йорке. Есть такая штука — ностальгия. Вот я учился, работал, и все время вокруг меня были эти американцы с натянутыми улыбками. Соскучился я. Следил за событиями землячества. И вот однажды я пошел на выставку художницы. Елены Смолич. Познакомился с ней и увидел ее дочь, Кристину. Я был поражен сходством Кристины с Богданом. А потом я узнал, что они, Кристина и Богдан, сестры-близнецы. Близнецы? Да. Елена Смолич развелась со своим первым мужем сразу после рождения дочерей. Родители разделили близняшек. Кристину отец увез в Америку, а Богдана осталась здесь, на родине, с матерью. Но Богдана говорила, что ее сестра умерла в младенчестве. Видимо, родители решили, что так будет лучше для девочек. Я не знаю, Саш.
Елена неохотно рассказывает о своем прошлом, да и какая теперь разница? Богдана так хотела узнать, кто ее отец. Бедняжка. Так и не узнала. Но представь себе, Саш, феномен близнецов реально существует. Вот две девочки живут на разных сторонах планеты, но все у них происходит в жизни, как под копирку. В смысле? Смотри. У Кристины в Америке умирает отец. У Богдана здесь отчим. Богдану здесь сбивает грузовик, а Кристина примерно в то же время катается на лыжах в Калифорнии. Срывается с горы и оказывается на волосок от смерти. Но Богдана погибла. Да, на этом все сходства заканчиваются. Ладно. А что дальше было с Кристиной? А дальше... Дальше она боролась за свою жизнь. Год лежала в коме, частично потеряла память. Моя Кристина — героиня. Но заново училась пить, ходить, есть, сидеть, держать ложку. Я когда об этом думаю, у меня мурашки по коже. Ей мама очень сильно помогла. Она переехала в Америку и буквально не отходила от нее ни на шаг. Они очень сблизились. А Кристина знает, что у нее есть сестра? Была сестра, Саша. Да, да. Теперь, конечно, знает. Послушай, Саня, я стараюсь не говорить об этом с Кристиной. Елена попросила не ворошить их семейные истории. Я обещал. Да, конечно, Лень. Слушай, ты... Ты прости меня, но я, наверное, не смогу работать с Кристиной. Напоминает тебе Богдана. Вот уж не думал, что школьная любовь столько для тебя значит. Давай не будем об этом. Да, конечно. Ты знаешь, ты прав. Зачем себе душу травить? Возьми другого врача. Сегодня утром вам было некогда, но прежде чем вы начнете реабилитацию, нам с вами все же стоит поговорить. Я думаю, это не имеет смысла. Я считаю, мне нужно поговорить с руководством клуба о замене врача. Ну, мы ведь с вами даже не пообщались. Мне нужен другой врач. Мы можем встретиться в спокойной обстановке и переговорить за чашкой кофе. Доктор, простите, но это невозможно. Все в порядке, любимая? Да я о Гунтере все время думаю. Он так странно себя вел. Представляешь, даже сказал, что хочет поменять врача. Кристин, помнишь, я рассказывал тебе, что учился с Сашей в одном классе? Да. Так вот, он всегда был очень странным парнем. Такой себе... капризный самодур со звездной болезнью. Он всегда всех обижал, особенно девочек. Такой придурок. Да. К сожалению, такие не меняются. Ну, давай о хорошем. Помнишь тот вечер в Нью-Йорке полгода назад на другой стороне земного шара? Не забывается, Лень. Все сложилось, как ты хотела.
Я как вспомню мамино сопротивление. Я даже не думала, что она может быть настолько против этого контракта. Но ты мне помог. Спасибо тебе большое за поддержку, Лин. Ты все бросил, поехал со мной, открыл новый магазин. Убедил как-то маму, чтобы она не переживала. Кристин, ради тебя я готов на многое. Тем более, что фирменный магазин «Меркурия» не такой уж плохой бизнес. Кстати, теперь ты не будешь снова переносить дату нашей свадьбы? Угу. А давай назначим ее вот прямо сейчас. А давай. Отлично. Когда? Давай... через месяц. Через месяц? В пятницу? 13-го. Нет, 20-го. Хорошо. За нашу свадьбу. Где Костя? Ну, для начала доброе утро. Доброе. А где Костя? У него сломалась машина, он попросил меня его подменить, и я любезно согласилась помочь коллеге. Так что еще 5 бассейнов, а потом в тренажерный зал. Достаточно. Я только начал. Достаточно, Александр. Я теперь буду заниматься в час по чайной ложке по этой вашей методике. Да. Нагрузку на колено будете увеличивать постепенно. Дайте я просто измерю. От чего ему здесь подскочить? И тем не менее он скачет. Продолжим. Приятного аппетита. Спасибо. Можно? Спасибо. Кристина, я решил, что нам нужно прояснить ситуацию. Скорее всего, вы отличный врач, иначе клуб не пригласил бы вас. Ну, вы не привыкли работать с врачом женщиной? Есть какие-то предубеждения? Нет, просто есть другие обстоятельства. Что-нибудь будете? Омлет, пожалуйста. Так в чем же проблема? Кстати, вы уже поговорили с руководством клуба о моей замене? Нет, я еще этого не обсуждал. Хм, так значит, для меня еще не все потеряно? Неплохо. Но я люблю, чтобы тесто в шарлотке было тонким, а яблок много. Александр, вы меня слышите? Да, простите, я задумался. Кристина, а скажите, вы действительно всю жизнь жили в Америке, да? Да. Но я всегда мечтала приехать сюда, потому что здесь мои корни, я во всем вижу что-то родное. Тень деревьев падает как-то особенно, листья шуршат иначе. Ух ты. Вы поэтическая натура. Может, еще и стихи пишете? Нет, стихи я никогда не писала. Мое увлечение — это моя работа. Я как-то получила тяжелейшую травму. Ну, восстановление было длительным и непростым. И вот тогда я поняла, как важно помочь людям вернуть прежнюю жизнь. И вот я здесь, а вы не хотите со мной работать. Да, я должен... Так вот вы где. Повсюду вас ищу. В тренажерке нет, в бассейне нет, а мне срочно нужно было увидеть тебя рано. Лень, подожди, мы с Александром разговариваем. Да нет, мне пора уже. Все, до свидания.
Вот зачем ты мне искал? Ну, что значит зачем? Соскучился. Вот так. И все мои любимые будут рядом. У тебя хорошее настроение сегодня? Да. Мне кажется, мы сможем сработаться с Гунтером. Он сегодня был приятным собеседником. Дорогая. Мне неловко это говорить о друге детства. Понимаешь, у него мания соблазнять девушек. Он даже список ведет. Как это... пикапер. Никогда бы не подумала, он скорее замкнутый, закрытый человек. Да, маска такая. Как бы трагедию пережил. А знаешь, какой его любимый приемчик? Даже стыдно об этом говорить. Это сказать девушке, что она похожа на его погибшую возлюбленную. Как это гадко. Привет. Саша, ты почему тренируешься? Тебе разве можно? Необходимо двигаться. Что это у тебя? А это твой свадебный костюм. Хотела, чтобы ты примерил. Хотя, ну его. Слушай, а давай прогуляемся. Как раньше. Просто так, без всяких дел. Давай. Отлично. Пойдем. Алло? Алло, Мариш, привет. Это Леня. Помнишь мой голос? Леня Косинский. Саша говорил, что ты приехал. Привет. Да, приехала. Слушай, предлагаю встретиться. Вы с Сашкой, и я со своей невестой. У тебя есть невеста? Саша не говорил. Приходите сегодня вечером в ресторан «Премьера», и мы нагрянем. Давай сделаем ему сюрприз. Будет весело. Думаешь, будет весело? Ну, естественно. Ты же помнишь, как нам было весело, когда мы в школе учились? Ну, договорились. Сделаем Сашке сюрприз. Пока. Леня с невестой. Лень, идите к нам.